Приветствую, друзья! С вами Александр Святов. Сегодня покажу вам интересное место. За пределами нашей базы, буквально там в 3 минутах езды, есть не особо крупный магазин. И в этом магазине есть небольшой книжный отдел. Вот некоторые книги, я думаю, вам будет интересно посмотреть, как они выглядят и на кого они ориентированы. Поэтому давайте посмотрим. Ссылка на Telegram и Instagram в описании. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Поехали! Привет, друзья! С вами Александр Святов. Сегодня зашел в небольшой книжный магазин. Хочу показать немного литературы, собственно. Смотрите, комиксы. Вот, конечно, это все довольно интересно. Но вопрос не в комиксах. Есть целый ряд книг. Здесь это вообще небольшой магазинчик книжный. Очень много литературы связано именно вот с оружием. Собственно, именно об этом хочу поговорить, немножко показать. Как это все выглядит, да? То есть культура оружейная здесь на очень-очень высоком уровне. Ну и в Джорджии довольно-таки неплохие законы по этому поводу. Соответственно, есть интересная серия, например, вот такая. Тут вот Knife Manual, и здесь есть, в принципе, все. То есть, во-первых, качество исполнения подобных журналов, оно великолепное. То есть, во-вторых, самые классные, самые популярные ножи рассматриваются. Очень-очень круто. То есть, специально брал читать, и есть много интересных моментов, которые можно и стоит отсюда подчерпнуть. То есть это что касается, допустим, ножей. Или вот такая вот штука, да? Как выжить, ну, за пределами grid, имеется в виду grid square, это за пределами какого-то, допустим, города, да, то есть где-то на земле, в дикой природе имеется в виду в таком плане. И тоже очень прикольные вещи, начиная от того, как правильно производить так называемый муншайн. Можете видеть, да? Make moonshine and more. То есть это самогон такой. Вот, и заканчивая тем, как ставить силки, как охотиться на зверей, рыбачить, садить разного плана зерновые, ну и так далее и тому подобное. Очень прикольная тема. То есть как это все работает. То есть замечательно. Вот книги мне здесь очень нравятся. Вот, еще момент, смотрите, да? Вот такой. Получается все по аутдуру и больше. Интересно. Я не буду это переводить, думаю, сами переведете. Просто цените качество литературы, как это все оформлено. Великолепно. Смотрите на фотографии, на диаграммы, на вот эту графику. Это очень-очень круто. Я, на самом деле, в восторге. Подобного рода луки продаются в любом Walmart. Винтовки то же самое. То есть настолько, насколько здесь развита культура обращения с разным оружием. Это что-то с чем-то. Лицензия здесь на охоту, рыбалку и стрельбу стоит порядка $20 в год. Еще посмотрим. Вот такой есть интересный мануал. Да? Extreme Edition. Я думаю, они когда-нибудь это все переведут на язык понятный людям, которые живут на постсовковом пространстве, более или менее. То есть для меня сейчас не составляет труда это все читать, но вот, build a compound, да, смотрите, вот как четко все расписано и расчерчено. Очень интересно. То есть, ну, типично для Америки.
что на самом деле святое место пусто не бывает. Я удивлен, что еще не перевели вот подобного рода штуки. Хотя здесь, конечно, очень много именно американских нюансов. То есть как выжить везде, в принципе, да? Начиная от леса, заканчивая каким-то кошмарными, непредвиденными обстоятельствами. Следующий. Extreme Weather Survival Manual. То есть, посмотрите даже вот на вот это, да, на края книги, которые просто-напросто защищены. Это что-то с чем-то, в общем. Come on. И, кстати, цены на них не такие уже неподъемные. Сейчас я скажу, сколько это добро стоит здесь. Порядка 20 баксов. То есть просто оцените эту. То есть, конечно, при наличии интернета это все нафиг не нужно, но сам факт. Я, например, люблю книги, я люблю читать. Вот. И хотя в большинстве своем я сейчас читаю электронные книги со своего ридера, но вот такое тоже нужно иметь. Даже для того, чтобы ребенку читать, да? Очень круто. Что здесь? На территории Штатов дождь – это просто что-то с чем-то. Снег – это вау. То есть я когда катался на траке, я видел эту природу. Это что-то нереальное. Еще, посмотрите, то есть полный справочник для охоты на оленей. Это инструкция, может быть, да? Посмотрите, как это все тоже расписано. Дело в том, что оленей здесь такое количество, что вы себе не представляете. Траки, все практически траки, которые работают на off-road, они оборудованы специальными огромными кенгурятниками. Потому что олени, они не боятся ничего, они довольно тупенькие. И вот такие красавцы могут выпрыгнуть к вам на капот. В этом плане, конечно, все очень круто. Тоже цена порядка $20. Очень рекомендую, если где-то увидите. Даже для изучения английского, подобного рода литература. Ну и, как я говорил, разного плана комиксы. Бегом, смотрите. Grimm Fairy Tales. То есть сказки братьев Гримм, только в такой интересной ранжировке. В комиксовской. Да, ну и, соответственно, есть... Уф, мне нравится. Я рекомендую, на самом деле. А, кто это у нас... А, даже Gamer Edition какой-то есть. Ну и перейдем, наверное, к вот этому. Огромное количество разного плана альманахов, журналов и литературы, посвященной именно оружию. Справочникам, с характеристиками, с ценами, как это все работает, с чем это едят. Начиная от шотганов, от дробовиков, заканчивая полуавтоматическим оружием и автоматическим. То есть это очень круто. Эти вот винтовки с продольно скользящим затвором. Вот, Bolt Action Rifle. И этого добра, допустим, Gun Digest за 14 год, да? 68-е издание. И здесь что угодно, как угодно. Это был Макаров? Боже, этот кошмар. Ну, пожалуйста. Кто бы мог подумать, да? Сразу, пусть на АК-серию. Что это у нас? ЗТ-шка. Ну, пожалуйста, да. Как кошмар. Фу-фу-фу. Насколько все-таки уродский пистолет Макаров. 7.62x39 Russian Shard. Промежуточный патрон имеется в виду. То есть что угодно. Кстати, если вы не стреляли с подобных рода револьверов, вы много потеряли. Это... Непередаваемые, на самом деле, ощущения. Вот. Как я не перестаю говорить, здесь культура обращения с оружием и охотой развита очень сильно. Что у нас тут еще есть интересного? Ну, пожалуйста. Bow Hunter Digest. То есть специально для тех ребят, которые охотятся с луками. Кстати, один из самых честных способов охоты. Есть друзья, которые даже на кабанов охотятся с луком. Это, конечно, нужно иметь опыт. И прошу меня простить, маракасы. Шакабанчик может и на иклы поднять. А олень, соответственно, вот не
осторожно хрустнувшие ветки, или вы неправильно к нему подойдете, тоже сбежит аж бегом. Поэтому что у нас еще есть интересного? Библия стрелка. А ты что? Это какая 109-е издание? То есть что угодно. Это абсолютно какой-то заштатный небольшой магазин, который, так вот, можно сказать, ни о чем. Цена на эту штуку, я даже не вижу цены, что порядка $30. Заклеено как-то. Еще одна. Guide Digest, то есть вы видите. Даже по воздушкам есть. То есть Air Rifles and BB Guns. То есть BB имеется в виду то, что стреляет разного плана маленькой дробью, да. Это что-то с чем-то. Конечно же, ножи, кинжалы и штыки. То есть, это не специализированный магазин по книгам, это так, что-то с чем-то. А вот уровень, конечно, дай бог каждому. Очень круто. Мне еще нравятся их книги, допустим, вот такого плана, да, Северная Америка, Natural History of. И здесь просто вот сами фотографии и исполнение, это отдельная форма искусства, я бы сказал. То есть насколько люди любят свою историю, что они издают вот такие книги, допустим, как Нью-Джерси. Смотрите. Это просто что-то с чем. Я не знаю, может, вам это не интересно, но я, например, такого тащусь. Вот так вот. И живем для любителей Твин Пикса. 9 миллиметров. Самый популярный калибр в Америке. Кстати, не знал. Я думал, не девятка. Я думал, 38-й, но хотя 38-й это есть девятка. Вальтеры. Супер. Окей. Надеюсь, вам было интересно, друзья. Так вот. Это все работает. Вот просто маленький отсек, где я захожу и какие-то книги себе покупаю. Ну и комиксы досмотрю. Так что, кстати, да, покажу еще вот такую штуку. Это так называемый дорожный атлас. Roadside, да? Можно посмотреть, как это все добро работает. Смотрите. Был в Йосемите, это нечто. Вот так эта карта выглядит. Мы сейчас с вами в Джорджии, Саванна. Ну вот здесь вот. Так. Это такое дополнение к большим картам, которые можете купить, в принципе, здесь же, я думаю. О! Интересно. Еще один Road Atlas. То есть без такого я, в принципе, в рейс не выезжал. У меня всегда был с собой Road Atlas, потому что в некоторых местах не знаешь, где окажешься. Иногда лучше иметь такую штучку, чтобы можно было хотя бы сориентироваться. Вот так, друзья. Надеюсь, было интересно.